Так, что? Ищем СКС опять? Для потного развала кабинетов. Опа, бизончик. Пойду сразу. Опа, не, СКС сразу. Не успеет. Ой, да там. Ау! Здорово! Как вас тут двое-то оказалось? Не понимаю. А тут всегда СКС спавнится, походу, да? Вот так сыграю. А может, дабл СКС сыграем? Что скажете по этому поводу? Две СКС хотите? Или это плохая идея? Не, давайте, короче, не буду. Вот так сыграю. Я не знаю, Биба, я не могу найти реально МП9, но МП5К есть на этой карте. Поэтому, с вашего позволения, МП5К. Давай. Раз, два, три. Опа, щель образовалась. Эскобарро. Только на Destiny? Так Destiny вообще не падает. Я что сделаю-то? Не падает Дестон. Опа. Ху-ху. Что? Как же он ждет? Нет! Попади! Бочка пива. Умрешь там сегодня? Димос. Чел, ты на меня с ДБ, я сбежал, если что. Сколько уверенности, сколько уверенности. Могу вам организовать вообще вот так вот. Оп. И это еще будет лучше, чем любой другой ган. Томпсон, вашему вниманию представляю. Хотите такое? Томпсон плюс СКС. Ну это просто невероятный сетап. Чисто в 2018 вернулся. Полутал СКС. Нашел в дропе Томпсон. И стал непобедимым. Ой, спасибо большое. Так. И сигару. Натуре. Ага. Окна бьют.
Давай, где ты, мужчина? Мужчина, выгляните сюда. Ну что он там? Давайте. Это же не он, да? Да откуда? Дай понять-то. Тоже со СКС-кой парень. Под забором где-то, что ли? О! Ничего себе! Оторвало кусок с ППХи. What the fuck is going on просто? Шалеть. Это же унижение. Хорошо, как было. Канистры надо было подбирать. У меня в городе еще есть. Должны быть мужчины. Городские. Только вот где? Это очень хороший вопрос. Вот чел сюда приехал. На тачке горелой. Где он может быть сейчас? Я не знаю. Там тачка едет? Нет. Что ж, 8 киллов с города унес. Это прям очень хорошо. Нужно нормально просто доиграть, взять и все. Так, открыть, открыть, открыть. Я уже нигде не могу. По идее, можно тут встать.
Господи, дай мне сил попасть по нему. Спасибо! Что это, БРДМ? Вау! Зайти, 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 успеть, успеть, успеть. Ух. Успели. Наши дела резко ухудшились, ко мне БРДМ приехал. А, так он мне просто БРДМ привез. Спасибо. Что за щедрость. А души получается ему, да? За это все. Да ну нафиг! Не попадай так! Куда так попадаешь? Я тебе за это сейчас твой летательный аппарат сломаю. А, у него ракетница была. Да нет. А есть аптеки-то у него? Я что-то не посмотрел даже. Так, ну это надо просто доигрывать хорошо прям. Так, скидываю вот так, беру 3. Где? Путь убейте, не вижу его. За камнем где-то, по-любому. Опа. Фига, летчик. Залетчик. Летчик, залетчик. У меня же БРДМ есть, что я делаю? У меня же есть БРДМ. Могу спокойно кататься вообще. Меня никто не убьет. Я не могу тебе посигналить. У меня сигналки нет. Сломанный броник, разбитые блюдца.
Девочки плачут. Их мальчики сосутся. Поехали, короче, сюда. За броником. Надо броник найти. А у меня бензин кончился. Слава богу. Я смогу просто тачку эту забрать и уехать отсюда? Предположение. Я 10 лет разворачиваться сейчас только буду. Уезжаем. Валим, валим, валим. Художественный фильм исполняю. Название только забыл. Не подскажете? Да умри ты, ёпа мать. Жопа. Ты не должен столько жить. Еще хаешка прилетела. Оп-оп-оп. Знаете, что самое важное в PUBG? Прочекать всегда край зоны, если ты собираешься файтиться. Многие подумают, что я с ВХ. Но это просто опыт, я клянусь просто постоянно. Начинаешь файтиться, и выходит кто-то просто к тебе в спину и просто убивает тебя. Всегда теперь просто вот есть вот такой краешек, дочекиваю. Гангстер. Гангстер. Так, я, короче, с правой стороны буду играть. Надо это доигрывать. Девятки забери. Да мне хватит. Не хватит. Сколько? Мы 15 уже настреляли. Надо нормально просто закончить эту катку и все. Я с Томпсона-то толком не пострелял. Зато я в этой катке что? На БРДМе покатался. Ты 3 отнял. Что-то еще сделал, кучу всего, короче. Нормально. Много контента вам завез. За одну катку много контента. Опа, это надо закрыть. Это надо обязательно закрывать. Этот чел сейчас, скорее всего, сюда пойдет в гору. Блин, я в сраке оказался моментально. Ёб твою налево. Я какую сейчас дичь сделал? Мне надо было просто доиграть.
Ну ладно, катка все равно хорошая получилась, я считаю. Нормально. Давайте досмотрим просто, кто выиграет. Я хотел этого убить, затриггерился на тачку, и в итоге просто сзади чел вышел. Он хорошо в меня поспрейлся, Уга, прям молодец. Ну ладно, топ-1, возможно, тут даже и не важен был. Он убил его. Офигеть. Я должен был на этого триггернуться, но тот чел просто встал так очень хорошо. А вообще, мне надо было просто доигрывать с той горы, где я стоял. Вот это моя ошибка, опять же. Просто, по идее, вот этот вот чел был фрифраг. Если бы вот этот чел уехал куда-то налево, я бы просто поднялся на эту гору и тут бы его в упоре убил. А потом бы вернулся. Короче, Unreal. Я тут пострелять пришел, да. Когда мы дождемся нового гриндомастера в фулпачке? Как было с Винни Шаманенком? Есть возможность по поводу рекламы связаться. Обнял. А, спасибо большое, спасибо за 500 рублей. Спасибо большое. Ну, смотря какая реклама, а коллабы, я не знаю, наверное, нет, потому что там, ну, короче, сильно ребята поругались, вот, поэтому не думаю, что вряд ли что-то такое подобное соберется. Спасибо. Как будто бы там интересно ребятам было первые два дня играть, а потом уже просто устали. Вот, как будто бы такая история. А это чел с меня, да, поднял это 3? Я не знаю, досматривать? Давайте досмотрим до топ-1 уже тогда за ним. Ну, я нормально 15 настрелял, в принципе. Это как топ-1, грубо говоря. На самом деле, я вообще хотел потом... Вау! Нифига, 325 левел, как жмет 3x. Слушайте, на самом деле папки, если, ну вот они сделали, да, что-то по отдаче такое. Как будто бы новички, ну прям очень жестко спреет. Очень жестко спреет. Здорово, Тимир, здорово. Hello, вернее, hello. I don't know, maybe. Грустная ситуация. Азарит даже в камеру не посмотрел, тильт. Ладно, хорошего вечера. За какой рейд? А, спасибо за рейдик, спасибо большое. Спасибо за 66. У меня просто... Ну, я только в чате могу посмотреть. Спасибо большое, спасибо. Всем рейдерам привет. Привет, привет. Спасибо большое. У меня просто нет уведомлялок, я не добавил, надо будет на next stream добавить. Спасибо, спасибо. Ну на демке да, плохо типа видно, но тут у него прям супер четкий спрей, я не знаю. Вот прям он четко спреет. Надо посмотреть, у него будет КД. Обнял, спасибо, спасибо, спасибо еще раз. Спасибо за донаты, за рейдик. Ну, это победная хай. Да. Это победная. Ну, получается, чел хорош. Чел хорош получается, блин. Ну... 325 левел, новичок. Ну, 325 левел, за сколько там катка-то делается? Это ж легко. Там 1700 урона. Давайте посмотрим на этого чела, который меня убил. Что он там вообще из себя представляет? Ну, вот 380 игр, 11 побед у него, 2-1. Ну, слушайте, нормально на самом деле. Просто чел хорошо играет. Просто чел хорошо играет. Ну, он жмет реально нормально для бронзы. Он прям вот, ну, очень хорошо жмет.